Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о том, как сделать оригинальное поздравление, гадание для своих родных, близких и коллег. Для этой работы вам будет необходима подарочная бумага с новогодними или рождественскими сюжетами, цветная бумага, ножницы, кисточка и клей. Вырезаем полоски из цветной бумаги, которые в дальнейшем будут основой открытки. И из подарочной бумаги вырезаем новогодний сюжет. Получается такая открытка. Предложите вытянуть любую из открыток, где будет написано какое-то пожелание. Например, любовь, здоровье, деньги. А для детей напишите задание в карточках, чтобы в дальнейшем просмотреть мини-концерт. Это могут быть стихи, песни, миниатюры. Надеюсь, что эта идея поможет разнообразить ваш семейный праздник. Если вам она понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания!